тоже понадобится? Да, афишу. А, стихи писать будем. О, стихи я могу писать. Идея этой выставки – это идея свободы, то есть поиск метафоры свободы, визуальной метафоры свободы. Выставки в галереях представляются не свободой. Выставка в чистом поле для трав и деревьев представляется мне свободной выставкой. Вот, но вот, то есть это природоохранная акция. Это поле заброшено было, может быть, даже на несколько десятилетий. И природа здесь восстановилась. Я вижу в этом метафору того, что следует делать и в области культуры. То есть перестать пытаться извлекать пользу и предоставить художников самим себе. И тогда через какое-то количество лет все само собой восстановится, так же, как и природа. Ну, а здесь травы, цветы полевые. Наверняка в земле есть червячки, кроты. Они в силу своей природы лишены возможности видеть красоту. Но почему их лишать этого? То есть творчество – это природа человека. У природы какая-то другая знаковая система. Вот, и мы осуществляем диалог между человеческим творчеством и природой. Я доверяю природе. Гармонию ищет человек. Природа имеет, то есть у природы есть гармония изначально. То, что нарисовано, это композиция. Это называется композиция. Ну, да, на каждом отдельном. Да. То есть это композиция, и эта композиция – это такой как бы поиск гармонии между балансом черное-белое, количество черного, количество белого, равновесием. Ну, композиционный принцип равновесия. И актуальностью картины. Вот есть три аспекта композиции, и композиция – это как бы точка равновесия между балансом, устойчивостью форм и актуальностью картины. Да, на каждое завершенное, но идея в чем, что над этой завершенностью есть еще высшая завершенность. Намеренно этого не поймаешь. Тогда эта ясность достигнута. Допустим, ты достиг этой ясности. Ты решил стать художником, ты достиг ясности, решил стать художником. Возможно, возможно. Готовься к встрече с мошенниками, которые начнут тебя раздевать. Ты хочешь высказаться, значит, плати за это деньги. Вот, я считаю, что они должны пойти нахуй. Все. Запикаем эту фразу. Ну, можно не запикивать. Да, я так. То есть пусть они торгуют водкой, еще чем-то торгуют, а это оставят. То есть я же говорил, метафора вот именно этого поля, что кругом поселки природа угнетена, а здесь смотри, какой прекрасный луг естественный. Почему? Потому что просто оставили в покое. И также надо оставить в покое художников, просто оставить в покое. Природоохранная выставка для трав и цветов. Авангард на соборе 1908-88 плюс 30 лет.